Макс, у тебя там этот вход порвался. Или выход. Пошли помоем или что? Возьми, я может, или в перчатку, или куда. Вход в воду хороший, чтобы запарить еще. Ты катишь, я снимаю. Так возьмите это, подожди. Я тебе говорю, блин, с одного. Да не, кати так, зачем его выкидывать? Иди-то тоже на помыть. Тоже помоет. Ну все помоется вместе. Да вы сейчас вы. Куда мы его катим, блядь? Вон на углу. Вы идите здесь сейчас, блин. Может, мы пока сходим в лагерь, похаваем, Макс. Сейчас Олег будет валяться в болоте. Да, со сломанной ногой. Да, сейчас да, Олег, да. С одного удара, смотри. Сломает ногу и два пальца Руслан. А вот тут у нас, иди фарватер, смотри. Так, давай, смотри, ну, давай, Руслан, возьми через это, через кусты перебрось колесо. Давай, сюда, и там по течению свое называется. Когда машина не едет, но хочется, блядь, дальше кататься. Так оно в колее никуда не едет. Лошадиных силы на одно колесо. Так, а назад вы также его будете катить? Значит, Руслан. Давай, давай. Руслан, начинай мыть его здесь прямо. Руслан, он же не застряет. Смотри, у меня сейчас... Русик, подожди, подожди, Русик, выдвинь диск вот так. Это лайфхак, как типа проходимость повышать. Раз такой гидравликой выдвигаешь. Посмотри, как очищает протек. Олег, у тебя, чтобы через салон пройти, ноги надо вытирать или так, может? Правое колесо, мы как левым идем. Зато на... По-моему, он начинает рыть, Руслан. Закатывается. Надо спрятать диск внутрь, тогда оно легче пойдет, Рус, так слишком большое сопротивление качению. Сейчас я спрячу. Присосалось. Да, главное, чтобы оно порезанное еще не было. Чем, блин? Водой, диском. Так, пацаны, вы в курсе, что вам придется его сюда прикатить, чтобы накачать? Накачать? Ротом? Воды набралось, оно тяжелее становится. Ну да, ты же выбрал землю всю пока это. Земля, вода, да? Так, а тут можно пройти мимо твоей тачки, Олежка? Или надо по машине идти? А, так ты вон посмотри, на что ты напоролся тут. Глянь. Не бревно, какой-то, блин. Горб. Блин, тут вообще пройти нельзя. Борода снимай, где ты ходишь? Да я тут себя снимаю, как я тону в болоте, блин. Блин. Я ж так и знал, что так будет, а. Что, уплыло? Оно по течению. Руслан, ты его словил? Или да, оно поплыло, еле успели. Сейчас за ним поплыли еще. Смотри, план такой, Рус, отмываешь колесо, несешь в лагерь, потом откручиваешь второе, несешь в лагерь, а потом всю машину перетаскиваешь в лагерь. Вылить все. Ну давай вот сюда, на сухое. Блин, вот это... Было сухое, а теперь нету сухого. Ну, а вы говорите, в тренажерку ходить надо. Не говори, ну там надо 50. Да не, ну надо на бок. С водой больше. А вы метку поставили, когда разували вон, все, да, грузики балансировочные мимо? Вылилось, офигеть, как четко. Так оно почти собралось. Да его надо вытащить полностью, ну. Да вы зачем? Вытянем. Еще одно колесо. Руслан, так. Положи сумку свою, чтобы высадило. Так, помыли. Ложи. Да вон, к КУАЗу подкатим, накачаем.
задний кто-то может уже там... Не, надо одну сторону засадить. Одну засадить надо, Олег, так не... Ну так надо же ее начать засаживать. А где компрессор? Сзади у меня в багажнике и в серебряном ящике. Да у меня есть, не надо. Но у меня есть тоже компрессор сзади в багажнике. Аккумулятор. Эфир у меня тут. Мы можем, конечно, переплыть. Эфир не нужен. На ЛИЖКах. На ЛИЖКах. Поискать. Все, вдвоем прыгайте теперь. Иди ты в ботинках. Паша, иди в ботинках. Да я босиком. Ну ты ж пальцы туда не сунь только. Ну ногти подчистим. Да, заодно они у тебя педикюр сделаем. Ну вы отрастут. Что такое? Глубоко не засаживай, именно вот этим лепестком. Извращенец. Лепестком, говорит. Ты про какой лепесток? Мотылек. Мотылек, ты про какой лепесток? Передвигайся туда, говорю, ногами своими. Да блин, давит мне. Иди, Влад, у меня ноги, блин. Босиком некомфортно. Посмотри, яйца. Я уже кормить перестали дома за такую работу. Ближе надо взять, Олег, ближе. Ну я понимаю. Это... Давайте вам семейное фото. Те два снимают, три работают. Два снимают, три работают. А шестой что делает? Шестой. Засаживаем. Моет колесо. Датчик давления испортит. А, осторожно, да. А есть датчик? Не, я их снял. Знал. Были. Ну почти мы на финише. Я их снял. Блин. Ближе бери, ближе. Вот этим, да, можно. Ближе возьми. Надо ближе, так он за один раз оденется. Все, прыгай, прыгай, прыгай. Вдвоем, все, красавцы. Так где он легкий? Он с виду, он компактный, он не легкий. Компрессор все принесли, да? Так, сейчас попробуем накачать. У меня компрессор есть. Только надо подъехать к колесу. Качает. Да не, он сейчас не видит. Ну не шипит нигде. Да, подними. Все нормально, сейчас надует. А ты ниппель выкрутил, Саня? А? Нет. А, так не накачай. Закрученным ниппелем. Все сейчас надует. Все, останется только поставить его. Красиво колесо, блин. Тебя и колесо. Нет. А та сторона не села, да, еще? Поднимай. Чуть я. Если было, чуть не отщип. Яйца бы оторвало, застряло бы. Если бы они ниже висели, если бы они ниже висели бы, блин, были проблемы реально. У тебя под горло сразу. От страха, да. Может, подъедешь сюда, Саня, тут оденем. Я тоже об этом подумал. Так с хайджека снимать опять. Ну хайджек реально опасный, тяжелый, блин. Это кто весит 60 кг, Макс его не подымет реально этот хайджек. Ну что, Саня, с разгона ходом берешь. А там есть с той стороны проход или нет? Там очень херовый проход. Смотри, еще возвращаются поломатые. Да, что-то не пешком. А не пешком вообще, мы хоть едем, блин, ё-моё. Мы не едем, Саня едет, да, мы тоже пешком. Смотри, Макс пошел. Саня, подожди, еще раз сделаем. Давай, давай, понижайку включи. Понижайку, подходи, смотри, даже этот самый, полный привод. Да едь ты по холмам иди, по холмам иди. Конечно, поедет аж. Давай, блин, такого у тебя фильма еще не было, давай, слышь? Помогай, ты будешь звезда ТикТока сегодня, я это ускорю, понял? Вроде ты идешь на скорости 47 км в час. Музычку вставить вообще будет то, что надо. А давай музыку пока подбирать, пока он давай катит. Давай толкать. Crazy Frog вот эта музыка. Crazy Frog, пойдем. Да. Сбросишь мне. Сбросишь. Crazy. Crazy Саня тогда надо новая писать композицию. Угу. Смотри, как ты четко идешь. Вроде всю жизнь тут ездил по этому дороге. Я не знаю, это еще, но тут взять сапоги. Покатуха началась так внезапно с застрявшей Нивы, что, блин, я не успел и ходить.
Лошара, и зря ездил, ты да? С собой взял все-таки. Они же в лонкрузере лежат. Мы уже успели колесо подпирать, они все ездят. Глянь, пытался меня задавить реально. Ты видел, как пошел на меня резко влево? Больше не буду снимать колесо. Наверное, что-то с колея, да? Нет, я. Твоя, ты, я снимал, ты ставишь по-честному. Давай камеру. У меня я руки помыл. Руслан, не надо. Не надо, Руслан. Это... Хватит. Где тут именинник? Я вам пизду сейчас дам. Именинник. Что, заманил куда-то и смылся? Кроссовки белые испортил. Так что кроссовки, бля, жизнь не испортил. Жидер сейчас там не течет ничего. Камыш, ты несешь камыш имениннику вставить, да, или что? За мной к победе. Имениннику вставить? Говорили они, да. Охуенно весело. Так а что там, все сломалось или? Там колеса поломались, редукторы, бля. Да именинник тоже сломал, не, сам целый у вас именинника сломался. Да лучше б он тут сидел. Он тут был уже. Мы его надо было не вытаскивать его. А лопата есть? А лопата есть? Нету. Олег. Нет? Дома. И у меня дома тоже. Тогда руками, Руслан. Я не могу, я устал. Руслан, давай. Нет, да поехали покушаем. Какой нахуй покушаем? Тут видишь, шляются какие. Приходим, а... Вот, тихо, вот это интересно будет. Я думал, ты это напор не твой, а... Воды не так много у нас. А в речке наберем. Да давай ногой. Так, ну аккуратно там подать. Там кто-то едет? Да нет, это на моторе. А это слышь, отпало, когда перевернули, да? Да. Тут, я думаю, что не отпало, это кто-то тут быстренько сходил. Диски можешь не тереть, Саня, вот это посадочное место. Вот это посадочное. Да. А посадочное помыть надо, кстати, где вода? Нет, ты руки такими руками не отмоешь. Сначала руки отмоются, потом посадочное. Все, хорош, чисто. Вырять снизу, потому что... Балансировка осталась. Не этот самый, а? Смотри, он тебе сейчас ногу разрежет. Не войдет оно никак. Сапка. Макс. А если бы сапка была, сейчас было бы удобно, кстати, с сапкой. Надо сапку возить. Мы тогда на болоте Удимоговское пытались поставить. Не Удимоговское, это, блин, Бомбическое. С кем ты был тогда? С тобой. Еще там пару дуриков. Покатуха 24 часа называется. В 9 утра закончили. Не, ну 9 начали. То привез доски. Отломали кулак поворотный в этом, на бомбе. В Демидове. Что? И это самое. Вот. Кто-то едет. Леня едет. Леня едет? Нужна. Да, Ленька. О! Перевернулся. А что ж ты за день такой? А хотел, да? Нема контенту, да. А мне телефон даже сел. Я все сниму, не очкуй. Лопата какая-то, так. Ленчик, Ленчик, что ты зробил? Знаешь, собаки не помпали. Отъедьте, закрыл экран! Там 70-ка, бля, с теми колесами оторвалась от земли. Ну так ты же надо отъезжать, думать о людях, что ты стал? Да, иди сюда, блядь. Иди, ты нужен помочь. Ты только размазываешь это говно по тарелке. Иди, ты нужен, чтобы помочь. Надо дальше. А, это собаки так делают, да? Нет, не подымешь ты его выше. Надо чуть сюда, мне кажется, подтянуть. Так и что, ты начнешь подтягивать? Вы пока... А ну попробуйте мерить пока. Леня, иди, колесо надо одеть вот это. Мы уже починили. Так что вам надо? Колесо одеть на машину. А обратно идти бежать надо. Вы не можете одеть. Давай. Гайки убирайте. Саня, гайки собери. Ты вовремя не приехал. Да, да. Он молодец. Все уже... Если вдруг сыграет, то оно булькнет. Это точно. Смотри, только там хаджек пивово держит. Так, не ходи перед камерой. Сможешь ты сам или нет? Саня, иди помогай. Спину главное ровно держать. Как держать спину, Леня, наверное, лучше всех нас знает. И посмотри, и выпал геморрой, блин. Два раза. Подержите ему с хаджека. Надо не трясти. Чуть выше, чуть-чуть. Ниже она не станет. Чуть выше. Колесо выше поднять надо? Колесо надо вверх поднять. Надо выше поднять. Ну, упирается колесо. Хаджек поднять, Макс, или колесо? Макс.
поднять. Чуть-чуть поднять ханжи. Вот так у меня оделось. А теперь, Саня, твою сторону надо. Пойдет. Оно не пойдет, потому что ханжек надо поднять, там грязь. Не-не-не, оно не, Саня, оно не влазит. Сейчас я подниму, держи. Давай подниму. Да не поднимешь ты его, Олег. Да пусть попробуем. Надо поднять ханжек. Руса не хватает. Да подними. А ну подними ханжек. Да сейчас попробуем, как Олег. Олега попытка. Да ну тебе, я говорю, бугай, блин, он с виду вроде кашляет. Он просто знает механику, понял? А мы лошары. Провернуть надо против часовой. Все, есть. Это финиш. Это... Леня, ты не мог приехать час назад, Леня? Нет, блин, я там как застрял, капец, блин. У меня аж это, лебедка перегорела. Барновская лебедка. Короче, мой порванный шнур для зарядки, это мелочь. Леня, сейчас собьешь. Леня, гайки, подожди. Доставали меня двумя лебедками, блин, хер достал. Тебя? Хорошо, хоть я на унимой не приехал. Ты воду залез? Нет, я там так же сел, меня вот так вот и качали уже, блин, и раскачивали, короче. А в каком месте, где? А там ребята обижены от вас. Ну что где? Вот это где? Леня, я тебе говорил. А, где последний... Где унимок сидел? О, да, где унимок сидел. Леня, да? Говорил тебе, не точно, бери на подготовку гантели и штангу в машину, блин. А ты без инвентаря не поедешь. Саня, а ты сейчас с почищенным протектором проедешь легко сам. Так ты ковыряй остальные колеса. Я здесь проеду, пацаны, вот так. Да, да, давай. Да. Подожди, я тогда камеру включу. Стой, куда ты полез, Макс? Сейчас уронишь машину. Что там у нас мега модный шиномонтажник? Давай, крути. Потому что мы же не одели. Сейчас еще стоит. Да не, он сюда не доедет, не бзди. Так, смотри, куда бежать на всякий случай, потому что этот может и доехать. Саня, я буду прыгать на капот. Он уже сел, по-моему. Блин, в ушах земля. Да не, сюда не доедет так что. Там Витя не проехал. Не, он по нормальной траектории. Витя чуть по-другому едет. Лакиров! Где я накопал? Да. Старался, думал о людях, что. Да, чтоб мясо будут тебе приходить. Да, одни. Попробуй постучать, сбить. Я же о чем и говорю. Из-за этого не центруется гайка. Не, нормально, пробуй. Надо еще подкачать. Или подкапывать с внутренней стороны. Дай мне вороту. А? Да, снизу. Давай за Олега. Филинг? Филинг, наверное, может, только он сматывает. Да. Не работает. Руками, ногами. Лёнь, давай... А, у тебя лебёдка не работает. Нет, лебёдка. Ну давай за Саню хоть кевларом, Саня тебя чуть потянет, когда поедет. На. Она хоть заклиненная? Не, у меня есть хороший. Ну давай, давай трос за Саню, цепляй. Что? И, ну, чтобы... на ровное, и тогда только закручивай. Разбалансированное. Бензин заканчивается, парни. Так все нормально, дотянем. Да, ну бордюр упирается. Я просто не могу глушить. Можно? Я помойся. А что там с филем? У меня что, здесь лепёшка? И головку. О, пошла. Пошла вода в хату. Лёня не стоит на месте, смотри. Это не декабрь. Что там, всё? Ещё можно чего? Ещё метр. Только нам сейчас надо будет отсюда убегать, да? Мы
прям ранглером можем убежать так, что аж, да? Аж пятки засверкают. Это, дай вот вороток помыть тоже. Давай, может, вот самый нижний попробуем. Аж не верится, что мы закручиваем колесо. Да, было у меня. Но ты сегодня меня тогда спас вообще, реально. Я уже летел на спину, уже чувствовал, что все. А я смотрю, он такой, тыцик! Мурашки по спине. Блин, это хорошо, что мы без машин, да, Макс? Стой, стой! Это смешная тракция, но все, едет. Там трасс делаешь? Назад сними. Не, нет. Раздавит фары. Раздавит фары, да. Там монтировка еще золотая, да. Где? Вот. А? Так, смотри, вы... чтобы не звездануло, Рус. Не, вот сейчас будет интересно. Не? До щелчка. Руслан на опыте. По голове до щелчка. Да, по голове раз получил хорошо. Да. Хорошо, голова крепкая, а то магнит у него. Пойдет хорош. Стой, стой, Лень, стой. Стягивает. Сейчас, я еду. Ого, ты как ковбой. Ух ты. Я думаю, земля под... А ты уже думаешь, да? Земля подо мной уходит. Думаю, кто это стучит? Кто зовет меня в землю? Приехал на кладбище, вы прибыли в пункт назначения. Нормально едет. Подожди, подожди, стой, мотай трос. И мы сядем. Мы лучше пройдем. Да, лучше сядете, наверное. Бородач тяжелый сел, все. Вот ржака. Бородач, выходи! Макс тяжелый. Что там такое? Повис. Красиво было. Макс, вылазь, ты тяжелый, ты сел и ранее едет. Все, сейчас поедет, Сань. Будет смешно, если поедет. А что он меня не тянет, я не понимаю. Да подожди, мы тут на обстреле стоим. Да, хорошее место. Как оно меняется каждый раз.